Всем привет, друзья! В этом видео хотелось бы установить вместе с вами Ubuntu 20.04. И давайте не будем долго разглагольствовать и сразу же приступим к установке. Ubuntu 20.04, она вышла 24 апреля, если я не ошибаюсь, и официально доступна на сайте Ubuntu для загрузки и установки. Это самая последняя актуальная версия, это LTS релиз, то есть релиз с длительным сроком поддержки. Вот. Основные нововведения, которые были, напомню, это улучшение производительности графической оболочки, это новое ядро, поддержка нового железа и многое другое. У нас, конечно же, будут еще видео о первом впечатлении и также об моем опыте использования. Сейчас я выберу обычную установку и без установки сторонних приложений, драйвера я установлю позже. Сейчас я хочу просто установить данный дистрибутив. Так, здесь у меня предупреждение, что у меня смонтированный раздел. Если сильно хотите, чтобы программа установки выполняла попытку соединить... Да, конечно, соединяю раздел. Окей, сейчас установщик обнаружил Manjaro у меня на диске. Я выберу ручной вариант установки. Конечно же, вы можете здесь установить ваш дистрибутив сразу же рядом с Windows, стереть диски и установить полностью единой системой на ваш компьютер. Я выберу другой вариант и в ручном режиме сам размечу себе диск. Так, загрузчик я хочу, чтобы был на DFSDA. На моем разделе у меня два физических диска, это SSD и жесткий диск на терабайт. Пускай Ubuntu будет у меня на жестком диске. Собственно, сам загрузчик на жестком диске на DFSDA. И смотрим, вот у меня Manjaro Linux DFSDA 2. Это будет, собственно, мой корневой раздел для моей Ubuntu. Выберу EXT4, журналируемую файловую систему, форматировать раздел, и пускай это будет мой корневой раздел. Конечно же, можно отдельно выделить раздел под Home, под Boot и так далее. Таким образом, при переустановке системы все ваши документы, все ваши файлы будут на отдельном разделе, и при переустановке вы их не будете терять. Мне для тестирования удобен этот формат, поэтому я просто установлю на корневой раздел и не буду отдельно выделять себе под Home и так далее. На рабочей машине, там, где у меня установлен также Linux дистрибутив, где я разрабатываю, там, конечно же, я эти все разделы повыделял. Это действительно удобно. Вот, потому что я использую для разработки не только Mac, а и свой десктопный компьютер на работе, собственно, где делаю всякие тяжелые нагруженные вещи на бэкэнд на этой машине. Итак, мы готовы начать процесс установки. Установить сейчас. Выберем местоположение. Я нахожусь в Запорожье. Ваше имя. Алекс. Ну, имя моего компьютера. Asus PC. Зададим какой-то пароль. Окей, неплохой у меня пароль. И давайте требовать пароль для входа в систему. Зачем мне входить автоматически? Окей, продолжаем. И теперь пошел уже активный процесс установки. Здесь что-то происходит. И мы видим слайдер, где нам рассказывают о новой Ubuntu 20.04. Что это очень быстрая и современная версия Ubuntu, что последняя LTS самая актуальная, что вся вот она такая классная. И здесь несколько тезисов о нововведениях, о улучшениях, которые были привнесены. Даже шоткат видеоэдитор добавили. Интересно будет потестить. Я думаю, что мы заснимем видео, если этот редактор мне покажется интересным, мы заснимем видео, где мы монтируем какое-то видео о Ubuntu в этом редакторе. Было бы прикольно. LibreOffice. Ну и в принципе,
все то, что интересное, что нам может дать этот слайдер. Это рассказать о Ubuntu. В принципе, неплохие иллюстрации, впрочем, как всегда. Ну и сейчас я включу музыку и ускорю с помощью магии видеомонтажа процесс установки. Окей, друзья, мы полностью установили Ubuntu. Замечу, что установка происходила на жесткий диск, не на SSD, и установка заняла менее 10 минут. То есть, я думаю, если провести тесты на SSD, то данная операционная система установится, ну, я думаю, за пару минут так точно. Вот, я продолжу свое знакомство с новой Ubuntu 20.04. Конечно же, мы обозревали бета-версии, и я вам уже рассказывал о данном дистрибутиве Linux, но мне интересен мой опыт использования именно релизного дистрибутива. И я думаю, мы встретимся с вами через несколько дней, когда у меня сложится первое впечатление от релизной версии Ubuntu. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, этот ролик был кому-то интересен и полезен. Ставьте пальцы вверх. Не забудьте прожать колокольчик, дабы не пропустить новые видео. Также я напоминаю, что у нас имеется паблик Telegram. Все ссылки в описании. Там я иногда пощу интересные статьи и ролики. Также у нас есть канал о программировании JS Code. Ссылка также в описании. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.